За газетной шумихой вокруг имени Ходеса как-то забылось, что он, собственно, известный коллекционер. Забылись и выпады в его адрес по поводу способов приобретения картин для его коллекции. И, видимо, самое время поговорить сегодня об этом и не только об этом. Выставка «Русское и западное искусство 19-20 веков. Собрание Эдуарда Ходеса». Репортаж оттуда. Впервые в Манеже проводится выставка произведений искусства из частной коллекции. Филолог из Харькова Эдуард Ходес собирает ее в течение 20 лет. За эти годы он освоил мастерство реставрации и дал вторую жизнь многим произведениям русских и зарубежных живописцев и скульпторов. А интуиция художника помогает ему безошибочно определять их авторство и истинную художественную ценность. Так, у фарфоровой скульптуры 19 века, изображающей герцога Ришелье, была отбита правая рука, и лишь мастерство реставратора возвратило целостность этому произведению искусства. Размещение экспозиции, организацию и проведение этой выставки в благотворительных целях взял на себя московский кооператив «Спорт-Арт». Этот же кооператив готов материально обеспечить реализацию предложения Эдуарда Ходеса о создании в Москве Дома искусств, своеобразного культурного центра, который объединил бы под своей крышей самые различные музы. Предложение о создании такого Дома искусств поддержал Центральный комитет партии. И дело сейчас лишь за подбором подходящего помещения. Наша программа завершается. Сегодня программу 120 минут подготовили и провели режиссер Майя Коваль. Ассистент... Выставка в Манеже. Это было чье-то предложение? Или... Это Министерство культуры СССР. Тогдашнего, был министр Захаров. Значит, он видел вашу коллекцию? Дело в том, что когда так получилось, что я попал в Министерство культуры, и когда он увидел перечень имен, он усомнился, что реально, так сказать, это есть. И вот приехала тогда сотрудница Министерства культуры в Харьков, Таня одна, приехала увидеть все это. И действительно, когда я показал там все эти имена, Кустодиев, Акшеев, все это она увидела, они составили каталог, поехали, причем они, у меня вещи все подтвержденные, они все прошли репутацию, все прошли Третьяковку. Они еще созвонились с Третьяковкой, а там в Третьяковке журналы, все это записывалось. И они решили, что такая коллекция достойна быть выставлена в Манеже. Для меня это, кстати, тоже была полная неожиданность, потому что Манеж сам по себе, во-первых, никогда в жизни там частные коллекции не выставлялись, потому что он не приспособлен для частных коллекций. Это во-первых. А во-вторых, само предложение обычно там, ну, Глазунов выставлялся, и вдруг частную коллекцию выставить, это была своего рода революция. Выставка, вот момент проведения выставки тоже оказался несколько таким спорным, конфликтным. С 7 на 8 она должна была открыться. В это время приехали работники ЦК партии и сказали, что а ведь она у меня шла параллельно, и 8 числа, 8 марта, моя выставка открывалась. И открывалась выставка такой всесоюзной значимости, это памятник и проект Дню Победы. Это значимость международная. И вот они усмотрели, что это несколько несовместимо. Частная коллекция и такой значимости выставка. И предложили мне ее, мою выставку, демонтировать и перевести на Крымский вал. Я сказал, нет, я ее назад забираю. В общем, долго думали, министр Захаров отстоял. Разрешили выставку провести 20 дней. Через 20 дней, а выставка проект памятников была запланирована на 40 дней. Через 20 дней продлили, и моя выставка была 40 дней. Как проект памятников, так моя выставка шла 40 дней. То есть ее интерес не был достаточно велик, значит, и значимость ее, ну, интерес по художественной ее значимости тоже оказался достаточно серьезным. Вот так, таким образом выставка прошла в Москве. После окончания выставки предложило Министерство культуры впервые
выпустить календари, сделать новый макет совершенно. Сделать новый макет выставки в Центральном выставочном зале СССР тогда. И начать этот макет решили с моих вещей. Вот две вещи, это батальная сцена и портрет старика. Специально разработали макет, вот этот черный фон, все это. Что, кстати, ужасно возмутило Илью Глазунова, и он там в министерстве оспаривал приоритет свой, он говорил о том, что его выставки столько раз шли, но не состоялась, так сказать, у него вся эта атака, и были выпущены, запланировано, что вот в этом макете будут дальнейшие все календари выходить, там на много лет вперед, выставки в Центральном выставочном зале. Ну, так как потом СССР распалась, манеж превратился сейчас в демонстрационный зал машин, то, видимо, и календари, так сказать, они начались с меня, на мне и закончились. Больше этот макет не продолжал. Старый Арбат, это был 63-й год, и увидел Айвазовского, он висел тогда, громадная картина в прекрасном багете, он стоил 4000 рублей, что новыми это? Деньгами. Меня поразило, во-первых, Айвазовский, настоящий Айвазовский, не в музее, а в комиссионном магазине, и по цене тогдашней там, Волги. То есть я понимал, что это несоизмеримые вещи. То, что выдано с потока, ну машина, она собирается и сдается на заводе. И Айвазовский, настоящий Айвазовский, там, полутораметровое полотно стоит 4000 рублей. Потом уже со временем я читая знал, что эта страна была постоянным рынком для вывоза отсюда произведений искусства, потому что западники удивлялись той дешевизне, с которой здесь произведения искусства выставляются. Вот. И вот это меня заинтересовало. Я стал самостоятельно, это все самостоятельно, я стал самостоятельно изучать каталоги. И каким-то образом, естественно, посещение музеев, и каким-то образом появилось, объяснить это словами очень сложно, чутье на вещи. Вот на, особенно это с живописью связано, потому что прикладное искусство, там нет необходимости быть большим знатоком. Есть каталоги, можно посмотреть по клейму, и все становится ясно. А вот живопись – это наиболее сложное, потому что масса подделок, масса незнакомых вещей, художников существовало десятки тысяч. И вот самостоятельно, самообразование. Я стал, так сказать, посещать и антикварные магазины, смотреть эти вещи, и пришло вот это понимание живописи. Причем понимание такое, что есть ряд русских, украинских художников, которых я действительно с расстояния 10 метров могу совершенно четко сказать, тот это художник, или это жалкая копия, или вообще это не имеет к нему никакого отношения. Вообще коллекция создана, по сути дела, благодаря антикварным магазинам Ленинграда и Москвы. Совершенно эти откровенно. Там, допустим, Сверчков в Ленинграде висел. Это прекрасный художник. Вот у меня сейчас есть Бучкури. Отличный художник. А это кто? Это Васильковский. Васильковский в Ленинграде висел. 750 рублей. Ну, шикарнейший Васильковский. Или там Сверчков 400 рублей. Это были смехотворные цены. Ну, вот такое время было. А в Харькове вы ничего не привезли? В Харькове кое-когда попадалась в наших комиссионных магазинах, выставлялась. Ну, тоже цены смехотворные, потому что к этому относились не как к произведению искусства, а, по-моему, как к антуражу, который можно украсить квартиру и не более. То есть никто реально не вникал в авторство, это вообще никого не волновало. Просто красивая вещь, красивый пейзаж, все, и такая усредненная цена, лишь бы купили. Понимаешь? А потом выяснилось, что это Васильковский. Васильковский, у которого была масса вещей уничтожена в нашем Харьковском музее во время войны, то есть немцы уничтожили. Это уровень художника, но если Васильковского скупал кайзер в свое время, понимаешь? А здесь так совершенно легко относились масса. И вот вы скупали все эти красивые вещи, которые так пиздать. Причем состояние бывало безобразным.
Состояние бывало безобразным, потому что после... То есть вещь закопченная, затемненная, и когда лак темный уже, тогда, и когда это все отмывалось, тогда начинало оно блистать всеми своими там красотами. Но надо было сквозь вот этот темный лак увидеть, что это настоящая вещь, понимаешь, это тоже большой фокус. Ну, как фокус? Это уже умение видеть. Вот это имеет отношение, кстати, и к этой картине, действительно. Это Айвазовский, но он был принесен ко мне в таком состоянии, то есть это уже дублированный Айвазовский. Это специальный термин, когда первый холст рассыпается, и необходимо его взять на второй холст, отмыть, привести в порядок, заделать все эти раны, утери. Вот таким образом попадали интересные вещи. Сначала я удивлялся, как люди, вот заходя, там, допустим, в антикварные комиссионы, проходят мимо. Я вижу, что это значимый художник, даже если без подписи, но это я вижу, я чувствовал как-то. А когда потом подтверждала репутация, то есть экспертиза в Третьяковке, что да, это именно тот художник, о котором я думал, я сам мягко удивлялся, потому что вещь шла безымянно. Но Третьяковка подтверждала, что это Константин Горбатов, допустим, это известный художник. Или Мясоедов. Мне вот таким образом попал Мясоедов, который... То есть он даже в нашем музее есть вот подобная вещь. Женщина с собакой в парке. Такая грустная, ностальгическая вещь. Мне попался вот такой Мясоедов лет 10 тому назад. Никто не предполагал, но я видел, что это Мясоедов. А Третьяковка подтвердила в конечном итоге, что это таким Мясоедов. Вот таким образом, значит, это связано скорее вот действительно с какой-то внутренней интуицией. Ну и накопленные знания за десятки лет, это каталоги, это знакомство с музеем. Вот так это все создавало. Выставка в Манеже – это уже в прошлом. Сейчас Эдуард Давидович с той же страстью, с которой он реставрировал картины, восстанавливает другое произведение искусства, разве что масштабом побольше. Оказалась самой таки крупной в Европе и в мире в шестерку мировых входит. Сейчас здесь никто не работает? Да. Не потому ли, что суббота? Нет. Или есть... Сейчас на куполе работают. Мне важно до зимы купола привести в порядок, потому что вот эти потеки сверху, вы видите, это протекала сквозь купол вода. Когда сняли перекрытие, открылись эти объемы, вот этот зал. Здесь была стена, вот в этой алтарной части тоже ничего не было видно. Это все было закрыто стеной, пришлось, там масса комнат всяких. И вот когда все это постепенно расчищалось, вот теперь открылись эти колоссальные объемы. От пола до купола 41 метр высота. Леса снимутся, и будут световые окна, купол, все же будет открыто. Здесь очень интересная инженерная, оказывается, мысль проявилась в процессе строительства, но это профессионалы знают. Вот эти все арки несущие, они все пустотелые. То есть такое, казалось бы, такое тяжеловесное объемное здание держится на пустотелых арках, такие объемы. Но это... Мало того, что это акустику дало лучшую в городе, не знаю ли в городе, потому что здесь приходили специалисты из оперного театра и говорят, что подобную акустику нужно поискать еще в мире. До 8 секунд держится звук. И плюс это воздуховоды, вот те были, пустотелые воздуховоды, которые обогревали всю эту синагогу. Все, кто приезжает из Европы, из Америки, из Израиля, говорят о том в один голос, что подобные синагоги они не встречают. После выставки в Манеже я решил создать свой фонд. Тогда это было
нечто удивительное, в стране не существовало фондов. Что такое я предполагал фонд? Фонд — это как раз наличие вот тех коллекций, которые у меня, они мне давали возможность организовать структуру фонда. Это был 90-й год. Для того, чтобы в Харькове собственный фонд открыть, я провел выставку в нашем Харьковском художественном музее. После выставки в Манеже, в 89-м в Манеже, в 90-м была в Харькове. То есть это была выставка, которая давала возможность часть продемонстрировать коллекции и на основании вот этой демонстрации создать собственный фонд. Были сложности с тем, что не знали, к чему это привязать. Ведь Горбачевский фонд, Каспарова фонд, это все возникло через полтора года. А в тот период были только кооперативы. И вот все не знали, как привязать устав кооператива, например, к фонду. Что это за организация? Ну, преодолел я это, и в 90-м году, в августе, фонд возник. И в мои планы входило вот то, что заложено в уставе. Я хотел открыть культурный центр в Харькове на базе своих коллекций, проводить аукционы, выставки. То есть вот все те задачи, которые я ставил перед собой в момент создания фонда. Но судьба распорядилась иначе. Ко мне на выставку пришли евреи и говорят о том, что вот, Эдуард Давидович, нам не отдают, не возвращают синагогу. Это был июнь месяц. Нам не возвращают синагогу. Вот и Евтушенко пишет, показали ходатай, он же был депутат Верховного Совета. Он там обращался к правительству, и так все сложно, а вот не возвращают их. И мы бы хотели, чтобы вы в этом приняли участие, посодействовали. И меня избирают заместителем председателя религиозной общины. Тогда это все представляло приблизительно такое зрелище. Был маленький молельный дом около конного базара. Вот там собиралось 30 стариков. Меня познакомили, я стал ходить в субботу. Не было ни иностранцев, никого не было. Был раввин Йоффе. Все это такое в маленькой комнате, все это происходило. И как раз с июня по август шла вот эта активная борьба за возвращение синагоги, согласно всех указов, тогда возвращение культовых зданий. И в августе синагогу передали. В связи с чем Кравчук, тогда он был председатель Президиума Верховного Совета Украины, передал поздравление, оно у меня в кабинете висит, с его личной подписью, вручил это Гринев здесь на открытии. И вот на открытии я, по сути дела, увидел тогда иностранцев. Это ОЮ, ну ОЮ, Ортодокс Юнион, они немножко и в процессе получения синагоги содействовали, это вот Неотива, молодые ребята. И вот в тот момент появился Хабад. Но это уже совершенно другая история, и об этом завтра.